В этот чудесный весенний день волонтеры Победы в Волгоградской области поздравляют всех женщин с 8 марта. Мы женщину сегодня славим. Ей пальму первенства несем. От всей души ее поздравим с весенним мирным женским днем. Играя первозданной силой, творила мир природа-мать. И видно, в женщину вложила всю красоту и благодать. И подарила ей умение будить все спящие сердца. Из поколения в поколение истоком женщина была. История молчит упрямо. Мы слышим имена мужчин. А женщина осталась мамой. И мы ее за это чтим. Но времена теперь иные. Все больше женщин у руля. Пусть стали менее святыми, зато как значимы дела. И пальму первенства по праву сегодня женщине даем. Про всем на благо и на славу. С Международным женским днем.